немножко разволновалась и забыла добавить к этому списку знаменательных и важных людей, двух хореографов, двух танцовщиц. Я их не вижу, но я верю, что они в этом зале. И они принимали участие в картинке. Это Ирина Малая и Вероника Почуева-Волкова. Девочки, спасибо вам большое. Мы готовы? Мы начинаем наш концерт с песни, которая называется «Неужели в том, чтобы влюбиться, есть что-то неправильное?» Is it wrong to fall in love? Can you be my
дарение, которое падает с неба легкими белыми снежинками из пасти неба, из рук Господа, и у Него есть имя, ослепительное белое имя — снег. Следующая песня, которую мы сыграем, называется Ordinary Passion.
чувство, страстное чувство, яркое, которое очень легко можно принять за любовь. Обнимашечку, на левую обнимашечку, обнимашечку.
спасибо. Мне кажется, что некоторых моих друзей я уже узнаю по одному. Thank you.
следующую песню я буду исполнять с мыслями о некоторых близких мне людях. Кто-то из них находится в этом зале, а кто-то из них нет. И я знаю, что они проходят через не самый сейчас простой период в их жизни. И мне хочется, чтобы вот сейчас, в этот момент, чтобы им стало немножко легче, чтобы они отдохнули, чтобы они немножко воспряли духом. Поэтому если вы тоже можете сказать про себя, что сейчас, пожалуй, не самый простой период в вашей жизни, значит, этот посыл в этой песне я обращаю к вам тоже. А песня называется «So Many Reasons». Это песня про друзей, песня про... Песня с посылом того, что тебе не нужно слишком много думать для того, чтобы набрать мне. Знай, я поддержу тебя, поговорю с тобой, я буду рядом, потому что ты мой друг, ты очень близкий, очень важный для меня человек, и я хочу, чтобы ты об этом помнил всегда. Это была добрая песня. Но вы понимаете, да, в искусстве все на контрасте, поэтому сейчас будет песня про злодея, похитителя и пожирателя. Да, детка? Ты понимаешь, о чем я? Женских сердец.
который кажется таким соблазнительным, но на самом деле нет, ни разу. Знай это. Soul Catcher, ловец душ и Heart Eater, пожиратель сердец женских. Будь осторожна. Soul Catcher.
было. Спасибо вам большое. Огонь! Ну так вот, в битве за сердце кто-то отдали его, какие-то его отдали жертвы пожирателям сердец, и не один раз. Я тоже. И вы тоже, я знаю. Но те, кто прошел через этот опыт, открыл в себе прекрасный центр сердца, чистого, нежного, в котором целое сокровище, источники жизни. И следующая песня, которую мы сыграем, она называется «Мое сердце – цветок». My heart is a flower.
4, Саша. Да. Все равно спасибо. Нет, я вообще считаю, что включение в программу номера соло-барабана — это вообще беспроигрышный вариант для любого концерта. Поэтому, Саня, спасибо тебе. Также было чудесное, проникновенное, зажигательное и какое-то очень разнообразное соло от замечательного флейтиста Александра Бруни. Ваша благословенная. Ну, раз уж мы уже пошли все по Александрам разнообразным в нашем коллективе, то сейчас луч света упадет на Александра Родовского. Do what I-
музыкальный талисман, а ты в Суман! All is on your own hands. All is on your own hands. All is on your own hands. Сейчас мы сыграем очень особенную песню. Ой, я не вижу Веронику, не вот. Я очень рада, что вы мне подарили цветы именно перед этой песней, потому что она про зарождение новой жизни, про деток и про... Там есть такие слова в этой песне, что sometimes some nights can give a child, что иногда некоторые ночи могут дать жизнь новой душе, новому ребенку. И sometimes sunlight can meet a newborn soul. И soul. И иногда утренние лучи могут встретить этого ребенка в свои объятия. Вот не очень эти детские реплики, мне кажется, вот самое лучшее вступление для этой песни. Сейчас прозвучит песня, она называется... Она, в общем, да, про детей, очень трепетная. Я написала ее своей дочке. Эта песня называется «Колыбельная Сони». I know that's
ребенок подходит и смотрит в зеркало, что он там увидит, увидит ли он в этом отражении. Пришла в этот мир, чтобы любить. Why do you see my child be sincere? Every answer is right. You're so perfect. Thanks God, He made you with incredible love. He gave you so many gifts. God gave you so thank you.
Ребята, так хорошо вы сыграли эту песню. Я не могу, меня прям не отпускает. Вы меня прям посадили в космический корабль. Спасибо. Давайте еще. Вообще было отлично. Спасибо. Мне вообще нужно как-то вернуться. Погнали. I
Я считаю, что как минимум припев из одной песни вы должны унести с этого концерта, иначе мы вас не выпустим отсюда. Поэтому сейчас я научу вас очень простой строчке, и я очень надеюсь, что завтра утром вы проснетесь с ней в голове. Слова очень простые. My love is evident. My love is evident. Все, больше ничего нету. Это очень просто и очень красиво. Сейчас, минутку. My love is evident, evident. Расскажу смешную историю, мы сыграем еще одну песню. У нас был один из концертов, и там были зрители, которые уже, ну, знают о том, что традиционно бывает интерактив, мы поем, кто-то уже знает строчки, в зале много музыкантов, но также есть, так же, как, ну, и сейчас в зале люди, которые пришли первый раз, еще пока не очень понимают, что происходит. И, значит, ну, одному из моих музыкантов потом говорит его друг, ничего не понимаю, секта какая-то, делайте, и все делают, пойте, и все поют, но прикольно. Друзья, большое спасибо вам, что в этот чудесный вечер вы сегодня решили быть здесь. Мы, старались, чтобы это было для вас воодушевляюще, чтобы это было по-доброму, с любовью к вам, с хорошим настроем, поэтому если у нас получилось немного воодушевить, немного взбодрить вас, это чудесно. Следующая песня тоже с очень простыми словами. You and I and we, I know it. You and I and we, I know it. We family, family. Мир, любовь, жвачка, семья, family. Погнали!
вами для вас Александр Радовский, его гитара. Непосредственный виновник того, что мы сейчас находимся здесь, того, что он пригласил нас в такое замечательное место, и у него сегодня день рождения, Араик. Он здесь? Кто-нибудь видит его? Чудесный человек и наш большой друг. Мы как бы готовы сыграть песню, мне кажется, что в этот период очень хорошо его просили. Спасибо.